одна моя клиентка, которая заказывала мне консультацию по стилю по натальной карте, она провела опрос у себя среди подписчиков. Ее спросили, какой образ ей идет больше, тот, в котором она всегда была, или новый ее, более дерзкий. И процентов 70 людей ответило, что прежний образ ее, ей больше подходит. Что хочу на это сказать? Когда лет 7 назад я проводила опрос среди подписчиков, в каком цвете волос мне лучше? В рыжем или мне вот, может быть, перекраситься в черный? И 100% людей меня отговаривали. Они говорят: Даша, ты же Даша Огонек, ты же такая яркая. А рыжий цвет — это со школы еще твоя визитная карточка. Как ты уйдешь от рыжих волос? Но я перекрасилась, их не послушала. И в результате с темными волосами я выгляжу свежее, моложе. И все сейчас говорят: ну да, действительно, тебе так больше идет. Люди привыкают к нашему образу, им страшно, что вы изменитесь, потому что за изменениями внешними всегда приходят изменения внутренние. Они боятся, вдруг вы станете другой, и вы перестанете с ними общаться и отдалитесь от них.